Приветствую, друзья! Сегодня я хочу рассказать, как я делаю тюльпаны. Делать их достаточно легко. Процесс изготовления можно разделить на два этапа. Первый этап – это необходимо слепить стебельки и запечь их, чтобы они были твердые. Вместе со стебельками я запекла сразу и листья. И пока они запекаются, подготавливаем лепестки для бутона. Если раскатать два цвета, белый и, как я взяла, красный, через несколько слоев прокатки получится красивый переход. Можно этим не заморачиваться и слепить из одного цвета. Всего нужно 6 лепестков, по 3 лепестка в 2 ряда. Если при помощи зубочистки подорвать края лепестков, то у нас получатся уже сортовые тюльпаны, бахромчатые. Выглядят они очень нежно и естественно. Когда стебли запеклись и остыли, приступаем к сборке. Необходимо скатать капелькой глину и одеть на стебелек. Поверх этой капельки накладываем лепестки один за другим. И тюльпан готов! Такими тюльпанами можно украсить что угодно. Кружку, сережки, брошку. Они очень красивые и нежные. Спасибо за внимание, друзья! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если возникли какие-то вопросы, пишите в комментариях, я обязательно вам отвечу. Прекрасного вам настроения и до встречи!